Тратить кэш на ветер, это мило, но на деле глазами снимать фильмы дебильные, скучные. Что вы заказываете шкабрик, в самом зоопарк, есть не надо. Трансетер, мама зовет меня трансетер. Что ты снимаешь? А ну скажи, какое сегодня число? Сегодня 8 марта. Сегодня праздник, так сказать, это вот. День этих педорок, блядь. Все? Ебой. Я не могу так идти и снимать. Мне как-то дискомфорт какой-то. Реально. Я чувствую себя не в своей тарелке. Выкачивай, выкачивай, выкачивай. Давай, качайся, качайся, мало. Да, да, пошла, пошла, пошла. Мне все равно. Так что вести? Ну можно попробовать. Телега. О, баба Франя там сзади сидит. Ритма, хлопцы. Как ты меня завези, понял как? Вот так вот, чтобы я передом был в дверь. Хорошо, Масянин, давай, целую. Что-что? Когда мне слазит. Хорошо, все, давай, давай, целую. Тебя, жду. Давай, целую. Выкатывай. Да выкати. Контент. Так, и бицепс. Дайте громко. Алло. А это кто? Это Леша? А кто это? Какой Никитыч? Какой именно? Подожди, какой еще Никита? Что? Это работник зоопарка? Не понимаю вас. Вы шкаф заказывали? Вы шкаф заказывали? Вы говорили, что вы заказываете шкаф, блин, в самом зоопарке, есть не надо. Что, дурак? Сними крыльцо, это кость. Фиолетовое небо. Тебе есть сотка? Да. Ну я 200. Да что ты ноги снимаешь? Давай сюда. Ты не умеешь снимать. Ты плохой, бля. Йоу-йоу-йоу, здорово всем. Опа, музыка. Оф. Всем привет, ребятушки. Продолжаю я вести свой этот влог. Потому что я немножко подзабил, нужно было смонтировать уже, но я таки не смонтировал до конца. Вот, если видно, то на лице у меня вот такая вот белая фигня, как паста какая-то или что. Ну, короче, такая фигня, чтобы я наконец-то избавился от своих прыщей. И плюс эта штука поможет на самом деле очень быстро. И надеюсь, что они у меня уже наконец-то уйдут, потому что меня попрыщало практически по всему лицу. 5 марта, понедельник, я сегодня не поехал, как всегда, в колледж. Ну, типа, вчера очень поздно лег спать, точнее, уже сегодня лег спать где-то в часов 6-7 утра. Ну, и я уже решил не ехать никуда, потому что вставать нужно было в 8:30, ну, вообще в 6:30, но я решил на вторую вроде бы как поехать, а потом и вовсе решил остаться дома. Поэтому как-то так. Сейчас горит свет, да? Я выключаю свет, да? Я выключил. И оно все равно, смотрите, горит. И лампочка все равно горит, понимаете? Она все равно горит, она не выключается вообще. То есть она постоянно как-то горит. Фигня какая-то, в общем. Ну и, в принципе, да. Такие дела. Что скажешь? Холод. Че? Пизду этого весну. Тебя давно не видели мои зрители. Что ты скажешь? Подписывайтесь на канал X-sound. Ты заебал, бесплатная в каждом видео твой X-sound. Нормально, видел уже сколько подписчиков. Хотите гайд? Флаг. Как приезжать на пары? Готов. Кошелек. Готовность и команда. Наушники. Это флаг, то есть мы говорим, что если устройство не занято, значит оно свободно. Но это еще не значит, что оно готово. Ну и в принципе все. Нужно какое-то определенное время, вообще флаги, так называемые. Да? То есть, да не так. У каждого устройства есть определенные флаги. Не так. Иди сюда, снова. Показания. Значит, что здесь? Мы нами заняты. Здесь хранится. Мы просто слушаем пару. Управляющее слово. Управляющее слово, оно содержит на паре. Цвет окна. Надо протереть камеру. Что там, нормально все? Зверек? Ну, зверьку там хорошо, он нам объясняет, что там туда-сюда, это вот, он на экране что-то там рисует, это не мы, вот это делаем, мышка, вот что-то там делает, непонятно что. Сегодня у нас какое число вообще? У нас сегодня 13 марта. Ты пиздишь громче, чем был. 13 марта сегодня, ждем Макси. Макси будет уже скоро совсем, мой кореш, дружанин наш, самый лучший поцик, короче. Ну, после серого. Ну, до серого. Короче, серый после него идет. Короче, вот сидим, такие тут на паре шопы. Вот, что еще сказать-то? Смотрите мои влоги, подписывайтесь на мои каналы, Телеграм, бесплатный X-sound, можете не подписываться, потому что я не оставлял ссылочку, на тот влог заходите и подписывайтесь. Вот. Это создатель X-sound, можете видеть его, лицезреть его. Скоро он станет самым популярным владельцем Телеграм-канала с музыкой. Вот. В общем, вот как-то так. Что тут у нас сегодня вообще? Б это суффикс. Стричься уже, пора стричься. Или не пора? Хуй знает. Пора, не пора. Вообще на самом деле плохо. После чего регистрируем класс окна. Нет. Нет, да? Лучше стать хипстером. Далее. Телефон. Чего у тебя в руках? Весело, да? ребята, спасибо, что досмотрели до этого момента. Вот эти вот предыдущие кадры были немножко мрачноваты, непонятны вам, но это чисто мое внутреннее какое-то дыхание, не знаю, просто мои какие-то чувства, мысли, не знаю, в общем, называйте это как хотите. А я хотел тут в конце подметить то, что сейчас на моем канале вышел новый плейлист, и там будут выкладываться видео только с Дедом Валерой, то есть там будут постоянные видео без монтажа. Я буду снимать Деда Валеру, который живет совсем рядом со мной. Каждый раз, когда его буду видеть, я буду его снимать и выкладывать это на канал. То есть вы можете задавать ваши вопросы Деду Валере, я их буду задавать ему, и сделаем, так сказать, такое небольшое шоу. В принципе, пацаны, уже 2 ролика вышло, можете их смотреть. Спасибо, что досмотрели до этого момента, потому что это очень мне важно, что вы смотрите до конца мои видео. Всем спасибо, всем пока, всем удачи, спасибо за просмотренный влог и за просмотренный плейлист с Дедом Валерой. Йоу!